Всем здрасте, с вами Спидерлакс и... Лёша Камешек. Да, сегодня мы начинаем проходить игру под названием... У меня логотипа нету. Revelations 2012. Это бесплатная какая-то там, короче, игра, где мы должны пиздить каких-то мутантов. Вот. Она настолько неизвестна, что даже неизвестно, сколько она примерно идет. Вот, но в ней есть встроенный кооп. Вот, игра с друзьями. Кстати, меню из лофача. Как там? Вот, новое лобби. Так, все, здесь по компаниям, оказывается, вспомнил. Ой, ну не вспомнил, точнее понял. Так, сложность на легкую, да? Да без разницы, я думаю. Так, какой сервер? Наверное, лучший, достойный, выделенный. Так, короче, не знаю. Компания Ветра. Ой, Ветра гибели. Так, все, я создал игру. Так, здесь можно. Да, здесь можно выбрать персонажа. Естественно, я буду Беном. Хотя. Персонажа. Не, я буду Кори, потому что он похож на Гордона Фримена. А мы все очень любим Гордона Фримена, да? Я буду Беном тогда. Вот. Еще здесь разрешения какие-то. Ну, короче, начинаем игру. Угу. Блять, экран загрузки имба просто. Точнее, значок загрузки. Так, ну здесь, я думаю, никаких сложностей возникнуть не должно, потому что сервера, наверное, все уже... Ну, наверное, никто в нее не играет. Ну, разве что такие, как мы. Ну, да. А, сервер не найден. Или найден. Или там было написано найден, я опять как не прочитал. Ну, короче, вот такой здесь экран загрузки. In ancient Mayan prophecy, on December 21st, 2012, катсцена. Да, я забыл, как это называется, я хотел сказать. It is foretold. Это что за собаки, блядь, сейчас были? Rise up to defeat evil and free mankind from enslavement. Блин, надо будет субтитры включить. Brought here to fulfill that prophecy. Пизу сделать потише. А то слышно, наверное. I am the High Priest of Ichen, sent here to advise you. Что, аримонах? The armor you now possess has been given to you by Ichen, the Protector. It has the power to destroy gods and to capture their crystal essence. Collect the souls так, of your vanquished субтитры я вроде бы поставил, а у тебя загрузилось? You will find weapons scattered along your path that are worshipped as idols. Be careful. As these godly trinkets are protected by warriors and demons. Your primary objective is to search and obtain these crystal skulls. Awesome. Collection of these crystal skulls will unlock areas to advance your quest and summon the gods. Go now. Ну смотри, ну кстати, на оружие более-менее нормально тут сделано. Ну конечно не прям само качество, но более-менее нормально типа сделано. Так, рычаг. Ой, а это типа надо уничтожать, да? А. Ой, я 20 достижений сразу получил. А, нет, это ход зарабатывает. Они сразу умирают. Да. Сложность легкая, потому что. Бля, мне что-то третий Far Cry, блядь, напоминает, там такая фигня. Ой, сзади бегут. О, у меня два достижения. Или их... А, нет, это... Боже, почему оно такое большое? Это мы карлики просто. Ну, для меня это реалистично. А, ну, да. Не знаю, как у тебя, но у меня субтитров все еще нету. Тоже, а может надо было включить не просто субтитры, а вообще все комментарии. А, ну хз. Блин, Лёша, ты привлёк внимание Орды. Ай. Блять, Лёша, присядь. А, боже, это реально Left 4 Dead. Здесь даже далеко убежал. Мне их дофига тут слишком. Блять, как здесь много этих стрел, Лёша, нужно вот так вот идти. Эта графика глаза режет.
И вот эти, знаешь, анимации какие-то дерганые этих стрел. Не глаз следит за этой. Блять. Лёша, иди под собаку, они не достанут тебя. Ой, это босс файт. Нихуя. Достань меня. А, блядь. Я сейчас умру. Лёша, беги под псину. Я не могу убежать, меня поднять надо. А, ну все, тебя поднимают. Блядь, нельзя бежать на shift. Да, вон тормозите. Это я думал... Блядь, интересно, для чего это? Типа, чтобы враги что-то не услышали? Какой смысл? You must defeat the servants of Ik. Ага. They will stop at nothing to sacrifice you into their lord. Keep your distance from these warriors. Да почему этот хер здоровый нам не помогает, блядь? Empowered by the flying serpent. Нет, даже если получить полные комментарии, ничего нет, никаких. Бля, Лёш, помоги мне. Где ты? Так, я поставил полный комментарий, короче. Но там ничего не будет. А. Бежим наверх, вот сюда, в храм. These crystal skulls can be used to communicate to their god from their highest priests. Я спиздил череп. Только зачем? О, у меня оружие новое. Ой, я получил достижение. Чё со мной? Ход зарабатывания достижения. Я понял, но я одно достижение, говорю, тебе получил. О, другое оружие, кстати. А, дробовик. А почему я горю? Они идут. Ну это я понял. Как здесь много ходов зарабатывать достижения, конечно. Не надо. А сколько тут компаний? Тут 6, по-моему. Мне кажется, знаешь, здесь они быстрее компании будут. Не как вы пойдете. Да, ну быстрее, бля. Бля, носорог, это ж как этот громила в этом. Лёша, помоги мне. Меня сейчас бить. Блять, Лёша. Блин, сзади, блядь. Ух, так. Бля, Лёша, оцени фонтан. Мне помоги встать теперь. Хорошо, сейчас. А, нет, тебе помогают уже. Ура, наконец-то они за великом все зоны. Автомат. Ну, с нормальным оружием. И с более удобным. Блядь, это какой... Как конченная смена оружия? Что? Я танцую. Чего? Они стрелы кидают, слышь, огненные. На F нажми. А, блять. Это охуенно. Я хочу. Как это убрать? Лёша, как это убрать? Просто подожди. А. У меня почему-то черно-белый экран. Да у меня тоже. Может это там какие-нибудь у них травы? Специальные. Не, ну вообще это все черно-белое, когда мы под адреналином вот эти, может это сейчас дичайший просто адреналин, мы там жестко бегаем. Ну, смотри, нам скорее всего наверх нужно. Ой. Так, кстати, еще если ты не знал, нам нужно спиздить череп. Вот. О, вон там Харацкий, наверное, здесь. Он и находится. Фиолетовую, оранжевую. Что? Фиолетовый, такой оранж. Так, нам это поджечь надо? А, просто стреляем туда. Вот, ура, мы спиздили черепа. Только единственный вопрос, нахуя? Ну, они только с одной стороны могут идти точно, вот оттуда. Как похилиться? Никак. А если хп, типа, оно вообще восстанавливается?
если тебя поднять, да, если так, нет. А ну долго они там идти будут уже, алё? Как ж можно это, блядь? Они вообще не понимают, что они не могут пройти сквозь град наших пуль. Ух, я пойду на разведку. Ой, это что за карлик? Здесь вот эти штуки нет, можно собирать. Да, все, у меня теперь все не черно-белое. Как? Красный? Да, вот эти штуки они роняют. А, кстати, у нас, по-моему, патроны бесконечные. На автомате, да. Вот, у меня не черно-белое, наконец-то. Бля. Ай, больно. Сука. А, идем к этому, смотри, вот, видишь, он белым, ой, зеленым подчеркивается. О, обводится. Все, идем к нему, короче. Блять. Бля, сзади. You have found the last skull in this area. Снайперка. As you progress this way, где снайперка? The gods have powerful witches and demons in their control. Ishtab's most loyal female servants are known as vixens. They have been bestowed the power to summon. Нажми на колесико. А я знаю, там прицелиться можно. Это двупача механики все. You will be overrun by demonoids from the underworld. Он, кстати, двоих убивает сразу. А, прострелом? Ну да, зачем? А, да. Бля, там какой-то иглон стрелы, блядь, кидает горящие. Сверху где-то. Ну не докидывает, не докидывает. Я убил их. Ну почти всех. Блядь. Всё. Убил точно все. Или не да все. Откуда он их кидает-то, блядь? Я убил. Ага. Бля, здесь еще какие-то мутанты, блядь, появились. Ой, карлик там бежал только что. Какая-то... А, это тут. О, здесь какой-то шалаш есть. Блин, здесь какие-то еще бабы что-то кидают. Зарабатывание достижения 6 из 12. Ну, кстати, если так подумать, это охуенная замена Fortnite. У меня полученное достижение сумасшедшая ведьма. А кстати, у меня тоже. Все, нас, наверное, здесь забрать должны на ком-нибудь. А, мы плываем. Мы ж типа сзади. Мне бы похилиться желательно. А, может, наверх надо подняться, кстати. Ну, возможно. А как только? Это они сердца роняют, кстати. А-а-а. Вот дебилы. Нет, там не подняться. Да, здесь, по-моему, предметы брать нельзя. Нельзя, нельзя. Короче, как-то сюда можно, я думаю, забраться. Наверх, они же там стояли наверху. Или смотри, может, что-то в шалашах в этих. Не знаю. Бля, по привычке на F нажимаю, чтобы фонарик включить, сука. А, ну да. Ну ладно, буду вот так вот идти, мне так даже нравится. А...
Да, Лёш, здесь так много сердец ты упустил. Я их побираю тут. Наоборот. Блядь. Я издаю такие звуки. Оу, oh, yeah. А мы оттуда пришли, что ли? А, да, мы оттуда пришли. Бля, точно. Может, мы должны реку переплыть? Mm-hmm. Меня вот больше всего интересует, как эта кампания должна закончиться, чем. Здесь просто все вообще непредсказуемо. Я поплыл. Поплыл? А здесь можно бегать? Зайди сюда, тут красиво. Да? Да, давай. Очень красиво, мне понравится. Бля, я слышу, как кость сломалась. Ох, какие отвратительные шейдеры. Просто голубая вода, капец. Можно было и прозрачнее сделать тогда. А, кстати... А, блядь. А, слышь, а мы даже плавать не умеем. У меня хп тратится. Я стараюсь. Ух. Найти выход. Очень так, а он там чё? Ух. Смотри, может, сюда надо? Не на это, начни прыгать. Ну и чё? А, я просто... У меня когда-то получалось, типа, он в танце прыгал. Так, а что здесь, кстати, танец включить, и там, типа, может, у нас хп тратить? Не, я думаю, что что-то будет связано с этой водой, что сюда должен кто-то прийти. Или это просто такой левел дизайн? Да, конченый, блядь. Скорее всего. Здесь вазы ломать можно. Так, ну еще нужно по шалашам походить вообще-то. Блять, я оргазм получаю, когда я тебе сердца жру. А, вон туда же еще пойти можно, точно. Вот сюда же куда-нибудь. Так, вон туда. Я думаю. Да, вот, смотри, храм тут. Вот, все, вот рычаг. Так, убрать каких-то врачей, чего? Смотри, нам нужны... А, их нужно уничтожить, все, понял. Так. Так, убрать носы какие-то, блядь, что за носы? Ну ладно, наверное, их надо просто уничтожить. Или это вот эти носы? Да, Лёша, вот эти штуки надо уничтожить, оказывается. Эти, скажем так... они называются носы. Будь здоров. Ай, Лёша, иди сюда. А. Пойду пока носы. Блин, я начал сбивать носы и прям вот начал чихать. Я все сбил, короче. Ну все, теперь можем открыть этот, эти двери. О, кстати, здесь листва на... А, нет, это просто спрайты такие, блин. Я ждал, нихуя проработка. Ой, да ладно, как он тут оказался? Ой, я когда на ней стою, она подсвечивается. Ну кого? Вот эта штука. А. Да, мы прошли эту суперскую кам... Идите нахуй. О, у меня последнее место. Поты лучше нас сыграют. Да. Да они просто, у них опыта больше. Да. У меня последнее место. О, второе место хоть где-то. Ну-ка. Хоть где-то я не последний. Ай. А-а-а. Ты последний. Блядь, эти боты во всем лучше нас, блядь, были.
Кстати, нет, смотри, его двигать можно, вот прикол. В головоломках были лучше мы. Ну да. Hordes of demonoids are on their way to defeat you. Destroy the summoners that you find. Я разговариваю со стеной, блядь, и всё. Demonoids are sacrificed souls that reside in the underworld. Блядь, наказан нахуй. Да все наше оружие делить, почему их нету? А, это другая компания, забей. А, нет, кстати, это... Чёрт, а не другая компания, это продолжение этой компании, это Checkpoint. Блядь. Ай! А, уже бьют. Они умирают и спавнятся. Здесь, прикинь, если мы одну компанию сейчас будем проходить вообще. Ну, мы одну компанию на одно видео. Да я также хотел, но я подумал, блядь. Ну, это ж совсем хочется делать, блядь, 6 частей по такой игре. Если даже по самой ЕУЕшке у меня было всего лишь... В какой году чего? Она вышла? ЕУЕшка? Нет, это... А, ну... Как есть не в 2012? Нет, 2012, скорее всего. А, 2000... Там же конец света, типа, такой был. Ну, хоть, ну, все думали. Вот там конец света. Чё, а так с первого раза? Клинок чести. Я получаю ход зарабатывания этого замечательного достижения. А, так если сломать нужно. Блять. Да, да, вот эти красные хуйни нужно сломать. Двери, видишь, там открываются. У меня жизни уже мало. Они спавнятся просто. Ломаем вот это. Так. Ай, блядь. И последнее. Сука. Я сломал. Все, я тоже. Блядь, бегут, твари. А, и еще эти ломать. Нужно ломать. Дробовики взял. Я где? Ну там с каждой стороны не набежать будет. Ладно. Так, сейчас нужно будет идти вон туда и там сломать тоже вот эти штуки. Блять. Четыре... Подними меня. Сейчас. Блять, сзади я не могу. Пусть мне бот поможет. Они спецы в этом. Блять, да. Чё за нах? Бота положили рядом со мной. Ну, вот это кадр. Блять. А там чуть-чуть совсем было, я могло получиться. А почему нас трое, кстати? Ладно. Бля, ну вот эти двери же, они открыться должны. Так, да, вот они открылись. Я пожертвую собой. А, блядь, нечаянно. Блять, блять. Скорее. Я как много. Ну-ка, нужно уничтожить эту штуку.
Всё, да, я её уничтожил. Пацаны, помогите мне. А, ой, точнее, Лёша. А, точно, нас же трое, потому что... Ну, мы почти все уничтожили, вот эти две штуки остались. Я их иду ломать уже. Ага. А, блядь, это говно внутри меня было. Я сломал. Какие-то элементы. Так. А, вот, да. Бля. Так, и что с ними надо делать? Блять, блин. Это что за росомаха? Ау, бля. А, у меня может быть больше 100 хп. Не знаю, у меня 199 хп, мне нормально. Я их лутаю до сих пор. А, ну, это максимум, в принципе. У меня 199 хп. Бля. Опа, это чё? А. Блять. Так, чё тут? А. Так, опять твари это вот, блять. Сука, стреляй тут своими стрелами. Уебаные. Так. Тут еще идут. Нихуя быстро поднимаюсь, конечно. В смысле закрыто. А, ну да, это говно закрыто. Это нужно открыть. Помни достижение. Блять, за мной, сука, побежал, наверное. А, внутрь, наверное, можно зайти. Что тут у нас внутри? Так, оп, сердца. Да, как же это круто. Так, а как это открыть? Блин, ну я понял, что это говно закрыто. Надо как-то открыть его. Может, здесь типа внизу что-то есть. Вот, череп. Блин, как мне заебал этот звук, блядь. У меня 15 жизней. Сколько? 15. А у меня 154. А что, я лежу. Зачем? О, смотрите, что-то у змеи. Змеи с глазами. А, она разлетелась. А, им нужно в глаза стрелять. И вот сюда. Блять. Ты все правильно сделал? Ну, наверное. Вот, здесь дверь открывается, смотри, иди за мной. Давай, Лёша, иди за мной. Я пускаюсь куда-то. Бля, я сейчас зайду в комнату. Мы что, дверь, которая закрыта была, я тут спустился. Сейчас я зайду. Тут пулемет. Нихуя. Тут их 4 целых.
Так, где? А нет, это не пулемет, это не подходит. Поднял? Ну, дай мне поднять, вот. Танцуешь? Ой, блядь. The strongest warriors of the gods. Ах ты тварь. Блять, Лёша, они идут. Туда их. Блять, они горячие сейчас будут бежать нахуй. О, да. 20 тысяч хп у него. Нихуя, Лёш, ты видишь это? Вижу. Это пиздец. Вот он там идет. А я все патроны потратил. А, ну надо было их все в босса ставить. Достижение почти. Блять. Дайте мне... А, у меня патроны кончились, ладно. А, он умер. А, мой. Мое сердце. Ой. О, так, последний череп. А для чего нам вообще эти черепа, блядь, нужны? Сука. Так. Бля, мне срочно... А, меня травили. Мне срочно нужно хп. Нихуя их тут... А, так у меня он скорострельный. Всё, я труп. Ты где? Я вот. Ты труп? А я за стенкой. А я не труп, я почти. У меня какая-то жёлтая хуйня. А, Лёш, ты умер? Нет, я тут нахожусь. Ну вот. Ну посмотри сюда. Вот ты типа умер и там возродился, да? Нет. Ну, тогда иди дальше, что там. О, одна сквозь стенку прошла. Попробуй ты сквозь стену пройти, она не открывается, типа. Даже сила танцев не помогает. Что делать? Может их надо уничтожить? Или смотри, как вариант, я могу просто типа умереть и там возродиться. Ну попробуй. Давайте, о, ломайте меня полностью. Надеюсь, он поднимать будет. И прикинь, она, сука, она меня лечит, не лечи меня. Чё, её убили? А, да. Всё, хорошо. Она к вам телепортирует. А как? Я поднимаю сначала. Блять. Как она телепортировалась? Она и бот, потому что. А там у тебя комната просто пустая, да? Да, просто пустая комната с этим кнопкой. А, ну здесь кнопка. Ну, которая где дерево нарисовано, помнишь? А, ну верно. Ну, короче, должно быть написано, типа, чё, куда? Вот здесь здание какое. О, ну туда, по-моему, можно пройти. Гамак. Да. А. Нет. Блять, новая орда. Не, ну самое главное, что я спиздил череп, типа. Блять, она за мной бежит. Включай свой чит, сюда прилети просто, потому что она не открывается. Хорошо. А они телепортируются. Не, здесь их нельзя использовать.
Капец. Из-за сервера. Даже килл нельзя. Пиздец, нельзя даже килл использовать. Не, ну это нужно только умереть. Так там это, пол хп почти. Да она не сможет нихуя сделать, я думаю. Пиздец, сука, я сейчас ее раню просто. Но мне не дамажит. А, да? Здесь нет урона по своему, а то я помню, как в Left 4 Dead это было. Я по тебе стрелял. Ах ты тварь. Так, ну у меня 6 хп. А какой-то хуй за мной идет постоянно. А кнопка типа не нажимается, да? Ну, рычаг тут какой-то, но он не нажимается. Он типа нажимается и потом обратно отходит. А, о, кстати, здесь же еще можно вверх подняться, вот сюда. Вот сейчас, может, тут что-то будет. Да, кстати. Да, а тут что-то есть. Тут патроны. А, тут только патроны. Так, а чё он там? Я здесь можно? О! Я сейчас, короче, попробую кильнуться, у меня очень мало хп. Может эти штуки... Блин. О, я умер. Я снова на последнем месте. Снова здесь... на последнем месте. А здесь типа умирать что ли нельзя? Я что знаю. Или это типа... Или это там одна компания, вот это все на карты разбиты, я так и не понял. О, так и надо, что ли, было, блядь? Чего? They needed to gather gold and other resources to operate their technology. Я тут. Бля, у него кровь из носа идет, походу. Он себе, видишь, у него вата в носу. Блядь! Сука, я умер. Так. Да меня эта хуйня придавила, и я убежал в... Сзади, Лёша. Пиздец. А. Я тоже умру, походу. Сзади. Ебать, Лёша, ты наебал систему. Ой, так он-то упал. Пиздец, от высоты даже... У меня одно хп. Все, меня положили. Ну, здесь написано, что меня скоро спасут. Ну, не скоро. Но я тоже так думаю. Ну, тут снайпер какой-то. А это. А, здесь босс. Ну так я по нему и стреляю. А ты в голову попробуй. Или в сердце. Бля, так знаешь, меня спасут-то уже, я заебался.
А ты взял как бы череп, да, вот этот? Да. Так, здесь можно посмотреть, типа... Смотри, это какая карта по счету? Третья, да? Да, получается. Третья, четвертая, где-то так. Ну, если это компания... А, я, кстати, я сейчас в стиме посмотрю, типа, здесь... Здесь это одна компания, или это вот они разбиты на карты? Ну, на главы, точнее. Я сейчас умру. А это все потому, что я умер. Ну. Все. Да, кстати, игра 2012 года. А, так можно просто количество карт посмотреть, сколько тут и все. Ну, посмотри, сколько их там. Здесь же просто еще и мультиплеер есть. Так. Так, Maps. Ой, да тут это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 карт. Но тут некоторые мультиплеера. Так, ну чё там, блядь, мне скоро уже... Здесь так обидно, я умер в самом начале, и я не вкушу... Плод этой игры. Ну да, я думал лучше будет, если честно. Спасите выживших. А я, знаешь, а я не думал, что это будет пародия на Left 4 Dead. Я думал, здесь просто менюшка, потому что одна студия создавала или что-то типа этого. Ой, я сейчас обосрался. Это где мы? Я вас спас. А, это волшебный был крум с комнаты для восстановления. Я, короче, череп взял. Ага. Все, два из двух. Сейчас опять какая-то дверь откроется. Так, все, вот бегут. Этих тут много, конечно. Интересно, а куда мы тут должны сбежать? Точно, нужно уронить носы. Лёша, роняем носы. Блять, меня придавило. Нет, полностью. Меня придавило. Ну сейчас я носы выдавлю. Меня носом придавило. Так, а что будет, кстати, если туда спуститься? В эти коридоры пойти или что? Ой-е, ой-е. Я черно-белое все. У тебя хп мало, потому что. Нет, у меня, кстати, 8 хп. Так, сейчас я пойду в эти... Ой, бля, почему я это назвал коридором? А в пещеру эту? Может, там что-то будет? Так, скелеты тут ли какие-то лежат? Вот это сейчас нихуя, я тут обосрался. Где вы находитесь? Я в пещере. А, я отсаду, где вы? Ох, водопад, нихуя.
Так, главное через леску ломаем вот так вот. Ну, сука, ну давай ломайся. Блять. Кстати, водопад, ну тут здесь вода из камней идет. Ну ладно. Так, это. Оу-е. Сука, я так хуею с этого голоса, блядь. А, здесь рикошет есть. Нихуя. Опа, здесь эти. А, это стрелы просто. Так. А. Я просто надо... Да иди себе нахуй все. Нифига ты. Да блядь, да я умер в самом начале игры, алё. А здесь, значит, здесь везде внизу буду. Говорите ли, я больше всех убью. Блядь, я хоть лучше кого-то. Спасибо. Да сука. У тебя ноль. А чё ты смеёшься, блядь? Вот ты, если ты бы сам умер в самом начале, я бы посмотрел, как ты бы... У меня правлял всё. Так-то не надо мне тут... Ой, тут ловушки. Ой, я, кстати, я их прошёл. Нос. Чего? Что там? Ты где? Я вот. Блять. А, ну вот так вот падает. А, сейчас придавит. Блять, блять, блять. Отъебитесь. Ай. Так, ладно, пойду-ка я лучше сюда. Оу-е. Блять, так даже еще нереалистично. Да, сука. Ну, все. О, все, а я смог. Я правда чуть не умер. О, си. А, у меня только одно оружие. Блять. Я забыл то, что тут танец, знаешь. А? И ты сейчас танцуешь типа на лестнице или ты по ней подниматься не можешь? Я танцую на лестнице. Блять. Что там? Там упала, она спрыгнула в эту и умерла. Боже, играет как баты. Я ничего не могу сделать. Сейчас я всех жриц убью. Так, вот так. Я все, я застрял. Ай, блядь, они меня попали. Бля, Лёша, прикинь, в CS GO с такими оружиями играть. Пипец. Да, нахуй АВП нужно, если есть лазерная, снайпер, очередь. Наконец-то я смогу залазить. Он на лестнице, короче, не проигрывал ему. Бля, нужно съебываться отсюда. Всё, пизда, я сейчас сдохну. А, нет. Всё, нормально. Так, нужны еще черепа. Где же они могут находиться? Лёша, как ты умер? А, вот здесь лестница.
Зачем-то ее тут пометили, типа ее сломать надо. Так. Ну и чё там? Ну, лестница и лестница. О, смотрите, вниз можно спуститься. Прыжком? Чем? Блядь, Лёша, помоги мне! Ты умер. Ой, блядь. О! Чекпоинт! Да ладно, здесь они есть в этой игре. Я понял, как это что-то. Чекпоинт рисовал этой игрой. Блядь, чё так много-то? Так. А, вот тут лестница. Блять. А, ну только они с первого раза убивают. Ай. Ахуй, там плавал не с первого. Портал, Лёша, портал там. Прыгаем. Нихуя вода. Блять. Ух, еба, кстати, прикольно вот здесь сделано. Если упасть, будет крутая анимация. Не, а чек не там... А, там, короче, вот этот индеец, блядь. Он, короче, пошел и спрыгнул с этого холма, блядь. Я за тобой слежу. Сверху экраном, притом. Чё? Мы оттуда пришли, типа, это... А! Чё он стреляет? Он чем-то из пупка стреляет. Или что? Чё, я не понимаю. Да, сука, кто? Рычаг. Всё, сейчас надо на рычаг нажать. А, ой. Сука, она спавнила. О. Кстати, мне скорость добавилась. Смотри, какой я быстрый, бля. А, бля. Лёша, а ты где? Умер, пал. А, Лёша, смотри, какой я быстрый. А, сука, теперь не быстрый. Ты заметил ДФП нашел, да? Танцуешь? Да. Алло, ой-ля-ля-ля. А, вы оба умерли? Боже, какие вы лохи. А, что, красная вода? Ну ладно. Так, куда тут надо идти? А, вон туда, наверное, вниз спускаться. Да-да-да. А, так это... Я так буду туда прыгать. Чё здесь непонятно, блядь? А, блядь, гора просто топчик и текстуру. Наверное, вот тут где-то можно спуститься. Ёбаный рот, где-то спуститься-то можно. Может, сила танцев мне поможет, и я смогу выжить? Так, ладно, Мега, значит, знает, что я думаю там, делать. О, меня... Мы с... А, типа, за...
Мы начали заново. Ну не, мы не с самого начала. Бля. Я просто вообще не понимаю, что нужно, как туда попасть и куда вообще идти надо. Здесь левел дизайна, блядь, уебищно, куда идти вообще непонятно. А, может, за рычагом там что-то открылось, кстати. Я портал. А, может, мы вот активируем рычаг? Ой, блядь. Ну, нихуя, даже касцены есть. Как тебе было падать? Очень сладенько, Лёша. Может... А чё вы-то упали, блядь? Дебилы. Ошники, блядь. Так, короче, идем в портал, активируем рычаг, а потом, наверное, идем обратно. Там, наверное, что-то открылось, скорее всего. Портал. Где только был рычаг, я не налево помню. Налево надо идти, налево надо идти. А. А, и вот сюда потом. Да или где он был, блядь? А, здесь другой, что ли, портал находится? Чего? Да нет. А где там рычаг был? Он, по-моему, там наверху, если я не ошибаюсь, находится. А, блядь, нам... А, мы внизу, что ли? Чего? Я сейчас вообще нихуя не понимаю. Здесь типа два портала. А, они... Блять, ладно, я что-то вообще запутался, нахуй. Так, ну все, я активировал рычаг. О, там что-то было написано. А, ну давайте штуки уничтожить. Так, Леша, уничтожаем черепа. Портал еще. Я убил его. Так, бля, оказывается, сюда можно было идти, ну ладно. Нихуя, Леша, иди сюда. Тут уже какой-то большой храм, это, наверное, финальная миссия. Надеюсь, мы пройдем это сейчас. Да. Хотя, с другой стороны, спидран один час, и мы уже где-то час проходим ровно. Так что, бля, возможно, это... Это, скажем так, одна из компаний, хотя хз. Это чё, блядь? Так, ну ладно, нам нужно, наверное, череп собрать. Наверное, я точно. Как обычно, мы собираем череп, и там что-то открывается, блядь. Ну вот. Я и говорю, сколько ты тут сердец попустил? Ну дохуя.
Что здесь совсем все пусто. Вот это, кстати, что за штуки, блядь? Они оранжевым помечаются. Ой, или желтым. А, это просто патроны. Если рыба тут вообще хранится под дождем еще, это все гниет. Нихуя тут сердец. Ну, смотри, ну здесь написано, что закрыто. Может, дальше можно куда-то вот туда пройти? Типа вот это что? Вот, да, вон там что-то есть. Тут еще какая-то у них тут деревня. Да, вот рычаг тут еще один. Ну что там открылось? Нет. Ой, вот же достижение. Клинок заклинаний. Охуеть. А костер тут какой-то, блин. А вот же череп, блядь. А, они все еще закрыты. Ну, короче, они идут. Это какая-то штука. Сверху. А, вот, вот дверь открылась. Все, поднимаем сюда. О, о, солнечная система, типа... Нихуя она конченая. Ну они какие создатели, такая система. Ну хотя да, блядь. Здесь планета, здесь Земля меньше Сатурна. Бля, я что-то слышу, они там орут. Блядь. Прыгай, не пожалеешь. А, ну да, хорошо. У меня просто мало жизни было, ты то выживешь. Будь здоров. Ой. Мега спасибо. Лёша, ты видео, кстати, тоже записываешь, да? Да. Угу. Ну, я не знаю, выложу я его или нет. Почему? Ну, если говно получится, то выкладывать не буду. Блин. Не, ну я типа выкладываю нормально. Отсюда прыгнем. Зачем? Тут уже маленькая высота. Может, нас что-то ждет на улице? Мы же собрали. Нас ждет открытый вход, может. Ну вот. А, точно. Где там написано, что закрыто? Да, открыто. Оуе, оуе, оуе. Что? Да, сосите просто, блять. Да, так же, как ты тогда.
Ой, боже, вы мега просто сосете, блядь. Ну, я просто умер вначале. Да. Ибо, кстати, небо красивое, звездное. Ну, как Ну, для сказать. сорса нормально. Ну, если именно сама картинка, как всегда подобраны, то да, край. Is the first of many demons that you will face Все, that have пошел plagued нахуй. mankind for bon tunes. Хуетолог. Distance yourself from his Ну, вообще fury. хуетолог Go какой-то. now. Это чё? Бог приходит, ты не понимаешь. Тебе не понять. Ну ладно. Ай, босс. Ну это финал, наверное. Надеюсь. Я тоже. Он большой, что ли? Ой, ну да. Ну да, конечно, третий Far Cry далеко. Вон легкий. Тут типа просто в головешку его стреляешь и все. Дело тоже с этим. Блять. Что это поза? У меня раскрутил. У меня тоже. Спиннер, блять, волчонок. Слышь, блядь, если ты будешь стрелять из автомата, то ты слово услышишь. Слышишь? Лёша. Да, слышу. Он говорит больно. Больно, больно. А где босс? Я знаю, это у меня уже шиза из-за этой конченной игры. Вот он. Ай, блядь. Меня мозги преследуют, сука. Вот он спавнится. Где? А, вот это. Так, продолжаем наносить ему боль. Ай, больно. Да опять спиннер, сука, он заебал. Наносим ему максимальное количество хп вообще. Он, кстати, крутится в той позе. Ну да. Да им лень просто было придумывать какую-то нормально. Вот, и решили сделать по-уебански. Кстати, а чё он там? Сердечко. Ай. Блять. Опять эти мозги. Они, кстати, со временем исчезают, да? Если по ним стрелять. А, да это не сердечко. Здесь, по-моему, для каждого свой мозг. Так, оно опять появляется. Блять. Мы уже смотрим, мы больше половины ему снесли хп. Блять, он эти. 17 тысяч почти. Я представил, если бы он нас так в VR бы раскрутил, но это все. Не, я сейчас умру. Пиздец. Че вы все сдохли-то? У меня такое не было, но я блять, не могу. Блять. А почему я тоже вместе с вами сдыхаю? Алло, че за говно? Да, сран. Да я в рот ебал эти камни, блять. Я бегу вас воскрешать. Меня сначала воскреси. Да бля, это вот эта хуйня, она быстрее ко мне. Ближе, точнее. О, я был на достижение рука помощи. Я не кручусь. Блять, этот тренд так кончено выглядит. Дашки, я не кручусь. Я могу его спокойно дамажить. У тебя надежда на Меган. У него какие-то вообще однообразные атаки. Но они нормально придумали. Ну да. Блять. Чего тут нас нет? Да вы заебали меня кидать уже. Я сейчас сдохну. Давай, давай, Меган, беги, беги, я беги. Умер. Блять, прикинь, сейчас камнем ебет.
Да, у него там его ОКП осталось. Блять. Сука, странные камни, они заебали уже. Опа. Я за тобой сидел, я отрыгал, я за это пришел в лиру. Ну я знаю, я и говорю, блин. Блять. Да блять. Я надеюсь, что только на тебя. Так, 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 так. Ну мы почти его уже это отпиздили. Бля, какой идиот стреляет по мне. Ты прикинь, остается 100 хп, блядь, и мы просто умрем. У меня хп... А, все, ладно. Не надо было прыгать. Да, это я понял уже. Ну, сука, в всех играх, если ты прыгнешь, то тебя наоборот утягивать не будет, потому что... Пила отталкивание, блядь. Вот, все нормально стало. А, нет, это потом. Блядь, Мэгга не знает, что такое ходить. Пиздец. А сколько у него хп осталось? А, 3200. Ну, это каждый. Ты его успеешь добить? Всё, блядь, Мегана. Она потерялась в пространстве. Шевелить не будешь потом. О, у него 2900. Блять, 2200. 2000 уже хп. Только все это время надо было реально... Нет, мозги, но ну мы чуть-чуть совсем нам осталось его убить. А в голове это было стрелять? А, да, я понял. А я просто смотрю, я такой, бля, ну там, наверное, ма... Еще 820 осталось. Я, у него 1000 хп осталось. Меньше 1000. Вот сейчас уже, да, меньше. Вот. Бля, мы не успеем его убить, сейчас эти мозги ёбаные будут. Все, бля. Ура, у меня будет магия, мне 90, потом я сейчас буду быстро стрелять. Ну, как я тоже. Да. Достижение. Игра с богом. Это правда ход его получения? Вот, а, думаю, это первый уровень, да, был такой? А, кристалл. Писечки. О! Берсерк, баба, раб. Ага. Ну, я на втором месте. Ну, короче, бутылочки.